Утреннее шоу «Бригада У» Европа Плюс покорило новую вершину. 14 декабря Джиэмвэл и Вики разбудили Россию с самой высокой точки Европы – горы Эльбрус. В течение 5 дней захватывающей экспедиции ведущие «Бригады У» выходили в эфир и делились с многомиллионной аудиторией подробностями экстремального тура. За 2 дня подготовки к эфиру участники путешествия столкнулись со множеством трудностей. Но тени стали для них непреодолимым препятствием на пути к намеченной цели. Мобильная студия «Европа Плюс» была оборудована прямо на заснеженном склоне горы на высоте 4000 метров. Покорение вершины стало экстремальным испытанием для всей команды. И все же в 7 часов утра по Москве «Бригада У» вышла в эфир. Вот куртка, пропитанная болью, страхом, слезами, ну и конечной победой. Вот мы постигали и невероятную природу Арктики, и в этом же мы забирались на Эльбрус. За последний год Европа Плюс преподнесла своим слушателям немало сюрпризов. Вышла в эфир из самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты. Попала в книгу рекордов Гиннесса и даже открыла новый экстремальный аттракцион в Москве. Остается только гадать, какие вершины и горизонты Европа Плюс наметила на 2021 год.